Блин, ну нет, ну за что игра? Ну ёба-боба. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, урод. Урод, подожди. Постой. Паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Это был мой олень. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Влад. Ну что ж, ребята, продолжаем играть в The Long Dark. И у меня с вами небольшая, скажем так, переделка. Короче, косяк большой произошел, потому что... Ну, потому что в The Long Dark нету нормальных сейвов, это очень бесит. То есть, то, что здесь идут автосейвы рандомные, плюс нету подгрузов. То есть, есть только один загруз, это, собственно говоря, последний сейв. То есть, нельзя выбрать другие сейвы никак вообще в принципе. Это очень бесит, на самом деле, потому что я просто решил пойти проверить по заданию Джереми, что находится на территории озера. То есть, у него был квест, типа, проверь, что там за выстрел на территории озера. Я пошел проверять, здесь пару оленей загасил, было очень весело. То есть, как-то так... Короче, подошел сюда, смотрю, здесь труп. То есть, реально, труп, все дела, прям на озере, это очень стрёмно. То есть, осмотрел его, там не было вот, нихера ровным счетом. Видите, труп, видите, тут у нас идут окровавленные следы. Я пошел по этим следам, вот так вот пошел. Даже вот так вот ускорился, так бежал просто, как я не знаю кто. Человек ранен, нужно помочь, срочно, сука. Подошел к дому, он закрыт. Ну, собственно, я туда, ребята, постучался, там возник диалог сюжетный, кстати, на английском почему-то, это очень странно, но он был несложный, в принципе, в плане перевода, если быть вкратце, там, короче, находится какой-то челик, он еще живой, он от меня требует сейчас, собственно, найти ему медикаменты, чтобы он не сдох, и второе, проверить какие-то там чертежи на территории, собственно говоря, ГЭС, вот как-то так, ребята, в принципе, на этом пока что все. Я бы вам это показал, но это The Long Dark, и здесь у нас, ребята, вот такие проблемы с сейвами. Так, не скрипи, сука, не беси меня. Где мой олень? Слышишь? Где мой олень? Тут где-то, высоко-высоко в горах, лежит тушка моего оленя, которого, сука, начал жрать этот гребаный волк. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел, а от тебя я, волк, подавно и уйду. Блин, не видно нихера моего оленя. Ты что, сожрал его целиком, что ли? Что за приколы? Сейчас тогда заберу с тебя мясо просто и сожру его тоже. Так, шкура. Нужна ли мне шкура? Нет, мясо 3 килограмма. Ой, да какая хер разница? 27 минут, изи. Нет, давайте просто 3 килограмма скинем. А, нет, не можем, да? Давай, срезай. 20 минут это херня, на самом деле. Зато будет мясо, у нас сейчас с хавкой уже начались проблемы небольшие. Вряд ли мне это унести. Нормально. В смысле вряд ли унести? Что у нас там по весу? У нас вообще вес 33 килограмма только. Я вообще еще налегке работаю. Просто забей. Так, теперь смотрим, ребят, собственно говоря, карту. Вот я вот по этому заданию выстрел с озера, собственно говоря, дело-то и порешал. И появились два новых квеста. А выстрел с озера вот ГЭС проверить. И нужно проверить еще вот здесь какую-то херню. Найти какой-то тайник с медикаментами. То есть, видите, все рядышком получилось у нас очень эффективно. Здесь у нас дом лесника и нужно починить, собственно говоря, шмотки Джереми. Здесь тайничок, здесь вот эта херня. Потом пойдем сюда, потом сядем на поезд до Саратова. И доедем, собственно говоря, ребята, на наши хаты. Все. Работает спецназ. Пожалуйста, не мешайте. Так, единственная проблема, у меня кончаются патроны. И что-то, знаете, я начинаю подозревать, что мне придется идти в эту гребаную пустошь, к этой гребаной наковальне, чтобы сделать гребаные патроны. Ну, скорее всего, их можно будет сделать. Там что, волк, что ли, передвигается? Уйди ты в жопу, я пойду, наверное, туда налево. То есть, короче, придется, ребята, тратить свое время на поход туда. То есть, тогда, скорее всего, мы проверим еще и вышку, потому что хер нет, раз мы там побывали, почему бы не запариться с вышкой. То есть, проверим вышку, проверим наковальню, сделаем все патронов. Я надеюсь, что их можно делать, потому что если нет, то как я буду воевать с медведем, который остался тут черный, типа король? King of Beer. Как я его буду убивать? У меня патронов осталось с гулькин нос. Сколько там патронов сейчас? 3 патрона! 3 патрона! Так, Владислав, вы, мне кажется, слегка охуели, поэтому берем, командира, старый добрый ракетный пистолет и ходим с ним. Что-то я расстрелялся, ребята, по-жесткому там, повеселился, по оленям погасил чуть-чуть, убил парочку. Правда, волк, сука, сожрал. По волку стрельнул. Ну так, знаете, по мелочи развлекаюсь. Поэтому все. Теперь у нас, собственно, карантин. Какой карантин, господи, этот... карантик, короче, заворачиваемый, чтобы больше не тратить патроны. Вот. Так, всё. Ну вот, ребят, собственно, этот пункт, где находится ремонтная станция шмоток Джереми, где находится вроде как медвежья шкура для починки Джереми и прочая херня. И этот пункт, ребят, я просто ненавижу. Ненавижу до потери пульса. Там находится сраный тайник от сраного Хэнка. Я даже запомнил имя этого засранца. Хэнк. Просто Хэнк. Хэнкок. Хэнк, он же, не знаю, Хэнк Мастер Бит. Козёл.
Закрыл свой сраный ящик и ключ куда-то заныкал. Непонятно куда. Бесит просто. Я просто, знаете, я в принципе не особо любитель тайников. Ну, я, конечно, их люблю, но не особо, чтобы по ним прям бегать очень сильно по карте. Все дела, бла-бла-бла. Но просто, когда ты находишь тайник, да, уже вот нашел, все, уже как ботом перед тобой. И не можешь его открыть. Это просто бесит. Хэнк, я тебя найду, я не знаю, я эти ебало разобью. Просто возьму, сука, лопату. И просто вот... Что за вообще привычка забирать ключи от тайников с собой? То есть оставь его где-то там на базе, заныкай под кровать. Ну, то есть, ну, оставь для людей. Ну, что ты как не человек-то? Ну, кто так делает? Вообще просто ужас. Кстати, у нас, ребята, одна небольшая проблема появилась, которую я только что заметил. А у меня в плане... Сейчас, где? Во! То есть состояние моего швейного набора на уровне нуля. То есть пару осечек, и я не смогу починить шмотки Джереми. Это будет очень печально. Потому что где-то, когда-то, из-за перегруза, я выкинул примерно 4 швейных набора, которые были идеальными. Ах, это был худший трос в моей жизни. Гребаный спуск, возле которого я оставил просто все свое добро. Там было дохера всего. Кстати, стоп, а я... Стоп! А здесь же тоже вроде как есть где-то спуск, или нет, или мне показалось? Или... А, это было у той вышки! Там тоже вон мои вещи лежат! Блять, жалко, нет бинокля. Подожди, какая сырая волчатина, что ты несешь? Да, вон она, кучка. Блять. Я возле всех этих тросиков столько добра оставил. Может, сходи туда, слышите, за ними. Я просто не знаю. Сейчас посмотрим. Я помню, там что-то, ребят, тоже было годное. Что-то там было такое прям очень важное. Гребаные тросы. Интересно, а можно по тросу залезть вверх? Если да, то, в принципе, это недалеко. То есть, тогда все легко. Так, блин, пункт, конечно, просто огонь, реально, то есть поставили его какие-то, не знаю, прям географические боги, потому что с него реально видно все, всю долину просто, это жесть. Здесь не жизнь, а малина. Так, опять просрал дверь. А она где-то здесь была, вот она. Так, тихо, закрой. Закрой! Вот. Так, кровать не буду ломать, стол тоже не буду ломать, всякая херня, книга. Так, вот, высушенная шкура черного медведя забрал, хорошо. Так, печка для дров, опа, набор для шитья, спасибо, игра все предусмотрела. Кстати, здесь есть, ребята, кедровые дрова, и... Так, подожди, а, она вздушится, она уже просроченная, да? Да, она очень плохая, уже ее есть нельзя. У меня просто херня, ребят, такая, что меня просто уже конкретно вырубает. То есть, сейчас покажу. Вот видите, сон уже просто ебет меня в глаза, поэтому... Может быть, даже здесь стоит поспать в этом месте? Я просто не знаю. Так, вот он тайник, сука. А это не... Стоп, это не он разве? А, ну это он, все верно, да. Ключ от Хэнка, да, конечно же. Так, где вещи? Где потрясающие? Вот она, шкура, школа медведя, мастер-ведьмак. Все дела. Так, сколько починка... Час 42! Сейчас, походу, я, ребята, реально усну, потому что если нет, то это будет вообще все плохо. Так, ну давай. Надеюсь, с первого раза, потому что если не с первого раза, то все. У нас другой шкуры нету. Все идеально, да? То есть мы починили ее. А я не могу, кстати, одеть ее, слушайте. Ну, пока хожу, то есть почему бы и нет. Она не налазит на меня, да? То есть она чисто именная. Плохо. Блин, а ты чистишь домой или все-таки здесь поспать? Я не знаю. Че по весу у нас выходит? У нас по весу 24 килограмма. Ну да, мы уже просто вырубаемся. Блин, походу, ребят, здесь придется спать сейчас. Так, книгу, ебать. Ломать скамейку. Просто ломай ее в сопли. Прости, Хэнк, прости, пункт. Сейчас буду ломать здесь все, что можно сломать. Да, еще деревяшка. Потому что надо поспать до утра. То есть не просто поспать, а именно до утра придется поспать. А для этого нужно много дерева. Я там видел пару деревяшек, да, это, конечно, потрясающие кедровые дрова, но их будет мало, надо и надо еще. Сейчас. Скамейка, блядь, прости, родная, прости, но надо прям до хера дров, чтобы на часиков 8 хватило. Стул туда же, блядь, в расход. Была хата, блядь, нету хаты. Пришел какой-то ублюдок, сломал вообще все просто. Так, книгу для растопки, а газету туда же. Это что у нас такое? Не знаю, но придется, походу, ломать. Час 30, ебош! Просто ебош. Так, все, сломали, да? Хорошо. Так, печечка родная, давай. Сейчас главное все это дело разжечь, потому что у меня, ребят, нет топлива, я все оставил у Джереми. Думал, что не пригодится, поэтому, ну, короче, ошибся я конкретно.
Давай, 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 пожалуйста, с первого раза. Потому что огниво, кстати, игра кончается. То есть я не знаю, что с ним делать. Его, походу, надо, может, как-то надо точить. Может, как-то надо его содержать. Либо оно просто стачивается, черт его знает. Но, короче, она не бесконечная. Огниво получилось. Я думал, что бесконечная. Типа, выбросил все спички нахер. Зря, походу, это сделал. Давай, давай, пожалуйста. Огонечек. Подуй на него, подуй на него, подуй на него. Давай, давай, давай. Сука! Твою мать, реально, вот именно твою мать. Так, у меня осталось всего две газеты, это опасно. Это опасно, всего парочка попыток. Давай, давай, огонечек. Но мы же в тепле. Здесь не дует ветерок. Просто разожги эти ебучие дрова, чтобы огонь извергся из их недр. Держим пальчики. Блять, у меня в животе урчит, но это не проблема. Я взял с собой пару килограмм волка. Про запас. Не должен умереть. Ну-ка. Ать, хорош, красавчик. Просто, просто умничка. Так, давай. Древесина. Ну тут, короче, надолго, ребят. Да, мне должно хватить, на самом деле, до утра. 7 часов, 8 часов, 9 часов, 10 часов. Еще книгу туда закинь. Хорошо, хорошо. Так, есть у меня, да, собственно, мясо. Что у нас там по, собственно, воде? Еще есть вода, поэтому можно забить хер. Кстати. Секундочку, так, приготовленные шповные плоды надо 24, блин. Я что-то, ребят, знаете, все выкинул. Вот как-то вот все как-то так получилось, что поначалу это все было не нужно. Я выкинул и чай, блять, вообще все просто выкинул. Оказалось, что теперь все это нужно, на самом деле, причем очень сильно, а я что-то, знаете, провафлил. Надо, конечно, печально. Это очень печально. Это очень-очень печально. Так. Нужно заточить, быть, кстати говоря, себе и ножик, и все. Нет, не точится огниво, то есть, блин, то есть оно кончается. Это тоже плохо. Это тоже печально. Ножичек. Надо тоже подзаточить будет. Бля, меня просто вырубает уже просто. Все мысли о еде. Блин, там была банка фасоли. Просроченная, но типа... Ох, снег попер. Но типа шанс того, что мы просремся, но он явно очень велик. Конечно, можно пытаться, типа, взять с собой. И он разогревать или нет? Блять, ну давай попробуем, братан. Готовится. Я надеюсь, сейчас огонь как-то, может быть, что-то сделает с питательными элементами данной банки. И мы не сможем, ну, скажем так, и не помрем от нее. Так, ну и волк, волк, ребята. Готовим волка. Все, да? А, она уже остыла, пока я жарил волка, остыла, блядь. Слушайте, банка, разогреть ее еще раз. Просто просрал на еду, хер вот тучи лет. Так, у меня, если что, есть какие-то антибиотики, поэтому я надеюсь, я не сдохну. А рискуем, да? Сегодня мы с тобой рискуем. Фух! Фух, нету, нету, ребят, здесь просто есть одна херь, называется кишечная палочка, инфекция. Я один раз подхватил ее, когда жрал волка сырого. Просто был адовый трындец. Сразу улетают жизни, тебя там колбасит просто пару дней. Если ты не улечиваешь, короче, то ты умираешь. Это нехорошо. Хавку подняли, все, хорошо. Правда, на утро у нас будет сраный ноль, но тут рядом был тайник, поэтому я надеюсь, что там будет ИРП в этом тайничке, и будет все заебись. Все, родной, значит, стели матрасик, где он? Вот он, потрясающий матрасик, разложить. Прямо у костра давай. Спальный мешочек. Дружочек, пирожочек. Часиков, наверное, 9 поспим. Ой, это был очень бодрый сон, ребята. 9 часов, все дела. А на дворе ночь еще, да? То есть печально. Но уже день наступает, поэтому, я думаю, есть смысл просто пойти. То есть... Мы можем сейчас сделать себе кофе? А, у нас нету ни хера, вот просто, да, то есть ноль. У нас еще литр воды есть с собой. По хавке просто ноль, поэтому... Ну, это, конечно, пиздец. Это пиздец, ребята. Так, ну, в принципе, что, мы шмотки починили. Сейчас давайте даже проверим, наверное, эту тему. Да, все, верните Джереми зашитую куртку. Хорошо. Так, здесь у нас сейчас находится тайник. Здесь находится дальше у нас выстрел с озера. Давайте посчитаем, что там у нас по заданию, чтобы убить уверенным точно. Выстрел с озера. Отправитесь на дамбу, отыщите документы под плитой внизу лестницы, ведущие ко мне. Хорошо. Принесите сумку с припасами из вагончика на заготовки. А, там есть вагончик. Опа. А в вагончике, возможно, будет хавка. Это хорошо. Ладно, поехали. Закрываем дверь. Мы же культурные люди. Ну, такое, да, в принципе, уже видно, но не очень, конечно, жеж.
Но надеюсь, мы просто не слетим кубарем и не помрем здесь. Прямо здесь и сейчас. Потому что это было бы печально. Это было бы очень печально. Так, где спуск естественный? Я не хочу идти сейчас каким-то там неправильными путями. Ага, я пошел как раз таки неправильным путем. Где-то, получается, с этой стороны должен быть вагончик. Я, правда, этого не вижу. Слева должен быть большой камень, да? Но, кстати, это как-то вот примерно здесь находится. А, все, нашел. Вот он, родной. Все, 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 понял. Understand, побежал просто. Давай, давай, братан, на всю. Мы только что поспали, мы бодры, мы веселы. Мы качки, мы умнички, поэтому... Просто легко. Легко, верно, надежно бежим. Вообще, насрать на волков, насрать на все преграды. Давай, 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 давай. Чё ты начинаешь-то? Склон вниз, давай, неси меня, родной. Фух, ёп. Просто, я надеюсь, это именно оно, то, что я искал, то есть какие-то фургончики. Тайник еле-еле нашел в этих сраных камнях, просто забейте. Плюс, ребятки, это проблема у нас, собственно, с нашим Маккензи, он, сука, постоянно вырубается, то есть, я не знаю. Силы улетают на раз-два, я опять хочу спать. Надо, походу, все будет сделать, наконец-таки, нормальный этот чай. Блин, это зря выкинул, как же он был хорош, этот чай зеленый, сука. Под него спишь просто на максимальные силы, с утра просыпаешься, как огурчик. Сейчас просто какая-то жесть. Не могу нормально поспать, ребята, я, короче, сходил на смотровой пункт старый заброшенный, забрал там свои вещи некоторые, которые там были, а, собственно, там развел костер, потом я просто закричал с ору, я убил волка с этого, с пистолета вот этого вот, господи, сигнального, это просто был ор, убить волка с сигналки, это просто пиздец. Пожрал еще раз мясо, ребята, у меня теперь, собственно говоря, максимальный пик, это три этих, скажите мне, три полоски запаха, то есть теперь меня эти твари под названием волки чуют просто за километр и хотят меня съесть. Так, дрова есть, сейчас, наверное, в какую-нибудь хату зайдем, посмотрим, что это имеется. Есть три домика, это очень радует, на самом деле, давненько не было всяких вот таких вот... Задолбали! Просто задолбали! Иди в жопу! Блин, все-таки, ребята, жрать мясо хищника, это такое, знаете, они сразу тебя начинают чуять просто за километр, то есть, они сначала идут к тебе как к другу, потом понимают, что нихера не друг, и типа сразу атака, это, конечно, пиздец. А ракетки тоже кончаются. Так, закрытая дверь, необходимо ключ от вагончика. Блин! Здесь нужны ключики! Да что ж ты будешь делать, так где ж их брать-то? Здесь тоже? Нет, здесь не нужен ключик, а здесь? Такая жопа. Да отвали ты! Просто забейте, сраные волки. Да, здесь есть... Ой, здесь много древесины. Сейчас, короче, делаю себе нормальный шиповник. Нормально, блядь, посплю. Так, газировочка саммит. Похер на состояние, беру просто. А, контейнер. Так, 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 что внутри? Футболка. Нет, мне пока что не нужна ни ткань, ни хера, поэтому у меня все есть в этом плане. Жаловаться не буду. Шоколадный батончик, похер на состояние, беру. А, штаны карго поношенные. У меня, по-моему, есть штаны карго. Они, в принципе, так у меня с ЗБС. А, и далеко не поношены. Так, контейнер. В контейнере пусто. Подушки я и так уже все пораздирал, которые мог разодрать, поэтому все так забысы в этом плане. Так, шарф. Кстати, по-моему, у меня одного не хватает шарфика. Ну-ка, давайте посмотрим. Секундочку, секундочку! А, мне не хватает панамки на башку. Простите. Обознался. А так хотелось наконец-то себе что-то одеть. Так, старый спальный мешок. Очень старый, только можно разодрать его. А, понимаю вас, understand. Опачки. Выдвижной ящичек, давайте посмотрим. Опять спать хочу просто... Это пиздец какой-то. Так, шерстяные носки не нужны мне сейчас. А, свинина с фасолью возьму. Возьму, конечно же. Так, что еще здесь имеется из такого? В принципе, вроде бы все, да? То есть, можно идти в следующую хату. Здесь вроде бы осмотрелся. Жалко, что здесь очень мало всего в плане... А, так, давайте, наверное, это раздолбим просто в хламину. Потому что нужно будет сейчас себе дерево на ночь брать прям много. То есть я буду спать, скорее всего, до утра, чтобы все было за босы, чтобы потом пожрать. Ну, короче, чтобы вот прям сейчас потратить немножко времени, но зато сделать себе хорошее следующее утро, чтобы я не парился. Потому что пока что я так, знаете, перебираюсь, ну, по мелочам. Там поспал 2 часика, поспал часик, и это реально сказывается на общем состоянии. Кстати, может реально еще подушки разорвать? Я вот что подумал. Для ткани просто подушки очень хорошо уходят, блядь, да что ж такое, это кровать, кровать, подушка. Просто 9 минут, ребята, и 2 этих простынки сразу готовы у тебя. Это легко просто. У меня там шмотки поподрались, потому что один волк на меня напал, урод. Моральный. Так, ладно. Нам нужно найти какой-то домик с припасами, да, сколько я понял. Сейчас найдем. Блин, одна хата закрытая, слушайте, это, конечно, очень подозрительно.
Так, отлично, отлично. Кстати, сколько здесь температура внутри? Температура воздуха минус 3 градуса. Воу. Такие теплые вагончики на вид, а внутри минус 3. Это, конечно, печаль. Ящик. Короче, здесь есть что ломать, это хорошо. Пластмассовый контейнер. Варежки. Шапка! Подождите. А, нет, мне не шапка нужна, мне нужна наушник. Точно. Да что ж ты будешь делать-то, а? Я думал, вот оно. Вот оно, ребята, думал, оно мое. Но хер там. Так, подождите, мне же надо здесь это найти, я так понимаю. Или что? Да, вот, заготовочная херня. Так, хорошо. А где здесь что надо найти? Какой-то контейнер с медикаментами. Опачки! Все-таки, ребята, минус 3 градуса, ребята, сказывается в этой хате. Тут же минус 3, я так понимаю. Да, парень замерз. Бляха. Ружейный патрон. Ой, спасибо. Берцы. Ну, 2 килограмма. Я, наверное, там сломаю их. Это не проблема. Так. Подушка. Разорвать. Ламину. Так, вопрос на миллион. А где? Где, собственно говоря, еще подушка, еще одна. Блять, рви просто все, что есть, зубами. А где же контейнер? Стоп. Я же сюда пришел за контейнером, он же не может быть в закрытой хате, то есть у меня нет ключа. Как я его открою? Чё за... Чё там мне это, ребят, не нравится? Чё, я зря сюда, что ли, пришел? За что, игра? За что так больно бьешь ты меня? Чё за хрень? Здесь нет контейнеров с жизнюлечками. Как так? Выстрел с озера. Слушайте, а может надо было сначала идти на дамбу? Там, может, какой-то есть ключик под лестничкой. Только потом сюда. Ай-яй-яй, нехорошо получилось. Ладно, сейчас тогда просто поспим здесь. Все дела свои уладим. И на утро тогда что-нибудь под мозгу, так, не ну знаю. Ну что, ребят, нормально поспали. Собственно, под шиповничком нормально поели. Хотя все равно хотим спать. Я так понимаю, это из-за того, что я начал, ребята, бегать. То есть, походу, силы слишком быстро улетают, если бегать. Я просто так что-то, знаете, возлюбил бег, он прям с бегом очень быстро передвигается, то есть вот базара нет, то есть ускорение прям у него бодрое, но он с ними просто вырубается на ура, то есть раз-два он просто спит, и это, походу, проблема. Там что, водичка бурлит или что это такое? Нифига себе. Так, олень, это хорошо. Я, ребят, не смог найти ключ, с помощью которого открывается дверь, возможно, я где-то проебался, скорее всего, и вас тоже, скорее всего, жопа бомбит от того, что я где-то проебался, ну, типа, скорее всего... Та, собственно говоря, особь, которая была за домом раненая, она давала мне ключ. Я больше чем в этом уверен. Потому что это сюжетная, я так понимаю, ветка. И я просто, скорее всего, ребята, ключ не подобрал. То есть это пиздец. Сейчас придется делать челночный бег. Сейчас заберу здесь документы, вернусь обратно за ключом и пойду еще раз в эту сторону лесопилку. Ну, что-то типа такого. Иначе просто, ну, по-другому никак. Поэтому как-то вот так вот, ребята. Я скорее всего, профуфлил. Ну, типа, это нормально. Ничего нового, так сказать, все по-старому. Так, дамба Картера здесь. Я, в принципе, прибыл достаточно быстро. Сейчас давайте ее быстренько осмотрим и заберем себе нужные вещи. И, собственно, пойдем дальше. Так. Где-то под лестницей администрации. Кстати, надо сейчас забрать себе парочку стопок бумаг. Я что-то, знаете, начинаю херевать от того, что старые менты, которые мне нахер раньше бы не нужны, теперь просто очень нужны. То есть, ну реально. То есть, вот не бывает, не хватает трута для растопки, собственно, чего-либо. Это прям жестко бесит. Ну, реально. Так, аварийный фонарик не нужен. Кстати, это кофе? Холодное, бля, конечно, возьму. В смысле, разогрею, выпью. Мое просто кончилось, поэтому, слушайте, я старые вещи, которые я раньше, знаете, как этот, как король, типа, ай, блядь, что за херня, я брать ее не буду. Теперь просто как мана небесная, типа, да, конечно, я возьму. Газировочка. Какое состояние у нее? На самом деле, я понял, знаете что, что газировку можно брать в любом состоянии. То есть, я сколько не пил газировок, даже просроченных, они не отравляют тебя. То есть, там, походу, не может быть какой-то химической палочки, потому что это же, блядь, газировка. Какой нахер химикат, понимаете? В газировке, ребят, ничего не выживет. То есть, блядь, если в пепси или колу или что-то типа такого, либо в любую другую газировку кинуть какую-то херню непонятную, то она, скорее всего, просто внутри нее умрет. Металлический стол, стул, печатная машинка, метла. Все это теперь можно сломать с помощью моей пилы потрясающе, но мне это нахер не нужно. Картонная коробка, кстати, ради... труд опять, труд. Труд сделать из бензина человека, все хорошо. Так, лестница под входом в администрацию. Она, что ли? Давайте прочтем еще раз, собственно, задание. Доп-квест. Выстрел с озера. Принесите сумку с припасами из вагона... Это я понял. Тащите документы под плиткой внизу лестницы, ведущей... под плиткой внизу лестницы, ведущей к администрации.
Под плиткой нужно найти это доски. Тоже доски. Да сейчас выпьем, не переживай, у нас есть чего пить. Так. А, тихо, стоп. Ага, вот оно. Опачки, документы лесных ораторов. А, так тот парень с выстрелом, это один из лесных ораторов. Опа, чирик. Вот оно все как заиграло, да, ребята, новыми красками. Нифига себе. Так, ну что, давай сейчас быстро здесь осмотрюсь, и мы пойдем дальше, потому что у нас ну как бы время и так всрали просто в никуда. Мои эти ебучие походы неподготовленные, которые обычно заканчиваются жопой под названием «я что-то где-то забыл, где-то что-то проебался» и типа, ну вот как-то так. Поэтому сейчас надо все это быстро дело здесь осмотреть и валить быстро сейчас за ключом и обратно. Как-то вот, челночный бегмастер просто. Кстати, а вот и мой олень, так он там умер. Ага, не зря вернулся. Так, ну давайте сейчас посмотрим, называется рубрика «Владислав долбится в глаза», да? Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та, ключик от вагончика на лесозаготовочной стоянке, спасибо, кто бы там ни был за этой дверью, спасибо. Как же теперь горит жопа, ненавижу челночный бег туда-сюда обратно, бля, пожалуйста, можно я закажу такси какой-нибудь? Как же далеко туда идти-то, просто забейте, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, там еще такое место, его хер найдешь. Блин, как же больно-то! А, просто, я не знаю, это такая боль, как будто ударили по яичкам. Здорово, дружище! Я тебя в прошлый раз убил, да, вот, 9 килограмм мяса, спасибо, блядь, не забрал с тебя ни хера просто. 3 часа нам займет, ребята, собственно, съем с него всей этой еды, блядь, снимай все, что есть. Нужна хавка, кстати, уже ночь наступает, она сейчас идти, походу, домой. Надеюсь, я успею добраться до... Ёп твою, ой, надеюсь, ребят, смогу добраться сейчас до дома Джереми, то есть не хочу я сейчас идти на турбазу, правда не хочу. Ну это какая-то жопа, я теперь не могу бежать, у меня жесткий перегруз, я понимаю это, у меня еще и кролик с собой, а у меня вес 15 килограмм переносим, потому что я устал. Ну что за хрень, че рубить палки опять здесь спать, я не хочу. Просто сейчас, ребят, придется через не хочу идти до Джереми, правда. Лучше сейчас отдать ему сразу шкуру, потому что меня его этот долбанный торс уже задолбал. Но он реально, он весит 5 килограмм просто, этот его шмот. Он задолбал уже на самом деле. Это реально много очень, то есть 5 кг с лишних с весу. То есть я до этого, представляете, ходил в среднем с весом 33 килограмма. То есть если убрать шмотку Джереми, получается, я был вообще налегке. То есть впервые за всю игру я был готов реально к дальним походам. И вот, блин, так провафлить. То есть надо сейчас ему все это дело сдать, а все дело у него там опять провернуть. Нарвать шиповника, поспать хорошо и, собственно, отправиться за этим лесным угодьем. А, ну как я мог не заметить желтый сверкающий ключик? Как в Гарри Поттере от, не знаю, от банка этих Грингольдс, где гоблины обитали. Такой же ключик был в комнате с философским камнем. Это просто пиздец. Такая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Блядь, помогите, просто спасите старого Маккензи, жрать хочу, спать хочу, пить хочу, блядь, добрались, ребята, Чё-то я вафлить стал в последнюю парочку походов, прям конкретно, за мной еще волк всю дорогу шел. Засранец чертовый. Ай, как все печально так. Эту, кстати, у одного из волков зайца забрал прям из-под зубов, блядь, нехер было моего зайца жрать. Домик зверолова. Дружище, я, короче, это, на, забирай свою херню. Так, история, да, спасибо. Что за история, почему она на английском? Домик зверолова, в смысле, mission completed, я так понимаю, да. Да, Mission Completed, ребята. Survival, да. Поговорим об выживании. Что нам осталось выжить? Охоту сделали. А, рыбалка. Ой, фу, елки-палки. Сейчас придется, я так понимаю, рыбу ловить. Ой, такая жесть. Слушайте, это просто жесть. Да, херли нет, жду тебя, жди меня с рыбой, я понял. На самом деле, нам это, в принципе, на руку, нам по пути будет, скорее всего. Нам предлагает пойти сейчас в домик, да. И, ну, то есть, мы сейчас сначала сходим сюда, заберем здесь этот сраный, собственно, паёк, а потом вернемся на эту сраную базу, тут что-нибудь половим, и как раз-таки здесь же отдадим, собственно, эту вещь какому-то человеку, который находится там в доме. Началось, ребята, полярное, еще какое-то северное сияние, это, конечно, просто пиздец. Обычно под такую зелень, кстати... Вроде как говорили, что во время такой зелени фонарик работает. Ну-ка, подождите, источники света, фонарик. А ну? Опа, в натуре не обманули!
Во время северного сияния работает фонарик. Чё? Как ты это делаешь? Почему? Почему во время ребята сияния работает фонарик? Я не понимаю. Это стрёмно. Это архи-стрёмно просто. Архи-архи-стрёмно. Так, ребят, сейчас-то надо свои дела все завершить. Все, все, беру с собой топливо. Да, здесь сколько у нас? 0,41, а здесь сколько у нас? Во, литр забираю. Я так пожалел, что я его оставил. Вообще без топлива не зажигаются костры. Это просто забейте. Так, нас не было очень долго. Тут уже просто, ребята, чуть ли не наполовину просушилась наша шкура. Фух. Так, ну что, сейчас, короче, ребята, все это дело сворачиваем. Жрем, спим, готовим. Все, всю провизию подгоняем. И с утреца, собственно, тогда выдвигаемся к этому лесничеству, забираем там паёк и идём за рыбалкой. Как-то так, вроде бы. Столько времени я просрал на эти походы, но что поделать, ребята, бывает, бывает, когда вот Нихтгвард тупит прям по-жёсткому. Такое как тоже, ребята, бывает. Как же вы задолбали-то, я просто манал вас. Так, ребята, мы, собственно, уже близки к этому грёбаному лесному царству, этому домику в деревне с бабушкой. Сраные волки, бляха, ну просто, у меня ребята, сломалось запястье, короче, вообще сломались ноги, все хуево. Я еле-еле там обтерся мохом, который я собрал с деревьев, наконец-таки я добрался до этого сраного моха. Раньше я просто не собирал, потому что он был не нужен, потому что он как бы нахер нужен был, да, то есть, по идее, мне хватало и так, в принципе, таблеток, а теперь, походу, ребята, нужно все, потому что я просрал же все теперь. Господи, отвали от меня, я тебя что-то плохое сделал, что ли? Ну да, я сожрал парочку твоих собратьев, да, я воняю волчатиной, ну, блядь, братан. Забей хер, это не я сделал. Ля-ля, прям идет, блядь, царь, типа, блядь, это моя территория, говорит, иди отсюда. Так, мне сейчас налево, прям резко в ущелье, я должен выйти прям к этим сраным домикам. Пошел в очко, о, блядь, если бы у меня была целая рука, я бы сейчас достал бы просто винтовку, ебать, я тебе просто башку бы прострелил. Сука, пошел в жопу. Затрахал ты меня, если честно. Обходи, блядь. Очкун. Бегать нормально не могу, опять хочу спать. Нога была поломана, еле вылечил. Короче, просто жопа. Так, вот сейчас отповернул от... да, я вот сейчас должен по кругу обойти и выйти к этим хаткам, по идее. Хотя бы глаза прикрыть. Да ты задолбал спать, слышишь, блядь, посреди дня. Ну да, я начал бегать, в смысле, вот это прям косяк. Там вон олени, братан, иди жри туда, слышишь, не трогай меня. Что-то как-то раньше, я, знаете, я просто передвигался в игре, вон они домики вижу, я передвигался просто раньше чисто пешочком, ну вот так вот ходил. И он так может ходить просто огромные мили, то есть может пройти просто миллиарды свет, ни разу даже глаза не прикрыв. Но как только ты начинаешь бегать, это все типа просто пиши пропало, ты хочешь спать постоянно, типа какого хера? Как по мне, типа никакой разницы особо нету между бегом трусой и просто идти пешком, ну по утомляемости, я просто не понимаю в чем смысл. Маккензи, алло. Плюс самое бесящее, что в этой игре, кстати, этого не хватает, что нету системы прокачки выносливости. Это реально бесит. Ну, то есть, человек, когда он начинает бегать днями, он, ну, как бы, он увеличит свою выносливость силовую. Это же, ну, и силовую, и, блядь, обычную, и интервальную, и вообще любую выносливость. Выносливая штука такая, она просто прокачивается от количества раз. То есть, если ты чем-то занимаешься из раза в раз, ты прокачишь ее. Как бы это очевидная херня. А здесь получается, что я, в принципе, одинаков, что сейчас, что, блядь, месяц назад, когда я только пришел в эту зону. Такое себе. Так, ладно, добрались. Ключик со мной! В этот раз я не проебался, я надеюсь. Прикиньте, я забыл там. Просто не подобрал. Нажал, типа, не взять с собой. Это, конечно, будет просто боль. Я не знаю, я пойду убивать голубей. Так, открытая дверь. Открытая дверь. Ну-ка! О! Отлично, я взял его с собой. Фух! Так, вокруг столько всего. Ой, томатный супец! Забрать! Кстати, консервный нож мой уже, кстати, сломался. Надо взять себе этот, свой, наверное, скину, потому что он не ремонтируется. Альпинистский, блин, поношенный. Это, конечно, печально, что поношенные. Ботинки походные, контейнер, варежки, бутылка воды. Здесь столько всего, контейнер. Ну-ка. Говядина, шапка из хлопка приличная. Новое какое-то местоположение получили на карте, ребята. Не знаю, что за новое местоположение. Ага, вот он, тайник лесных ораторов. Забираю себе. Он, кстати, весит 0 килограмм. А что там внутри такого, что он весит 0 килограмм, не ясно. Так, это я тоже себе забираю все, потому что что? Потому что, ну, как бы я что, зря сюда шел, что ли?
Типа ничего не брать, а простые инструменты. Кстати, не знаю, зачем они нужны, но я возьму пока что. Пока что вес позволяет, ребята, буду брать. Кстати, удочки, вот-вот-вот, мне сейчас будет нужно для ловли. Аптечка, само собой, ну-ка. Да, 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 антисептика. Ты, ребята, задолбался обтираться этими. Потерянный этнический свитер, потертый, потрепанный, блядь. Кстати, посмотрим, что там по температуре у него. А спальный мешок. Я задолбался, ребята, обтираться мохом, потому что кончились у меня антисептики, вообще кончилось все. Фонарик у меня вроде бы был, книга для растопки не нужна. Так, это я уже открывал. Такой прям кайф. Ой, давненько не бывал в таких закрытых местах, где прям столько всего интересного. Так, здесь что-нибудь есть интересное под кроватью? Нельзя оставить ничего нужного здесь и сейчас. Прям вот ничего просто. Фух, слушайте, ребята, я предлагаю пока на этом эту серию закончить. Реально, я прям что-то запарился бегать. Скорее всего, по таймингу серия вышла, может быть, минут на 40-50, но по времени, которое я просрал, наверное, часа 2 я здесь бегал. Ну, сами понимаете, сколько было перебежек. Я реально подустал, поэтому всем спасибо за просмотр, ребята. Жду от вас поддержки в виде лайков, комментариев. Всем удачи и пока-пока.